Всем салам алейкум, братья. Салам алейкум. Дорогие наши подписчики. Как ваше здоровье? Как настроение? Настроение у нас вот так на 100%. Да. Скажем так. В общем, что хочу я сказать. Мы собираем сейчас в город Душанбе едем. Едем. Посмотреть в город. Сегодня 22 июля, время 8 часов. В данный момент мы находимся в населенном пункте Дехмой. Первые платные. Вот этот платный шлагбаум, как платная перед дорога. Перед шлагбаумом, где да, вот платная дорога начинается, там стоим. Так, платная дорога, сейчас мы же вам скажем. Первая платная дорога, сколько стоит на легковые машины. В общем, вот так вот. Как сможем, так и снимем на видео, все покажем вам. Сколько мы потратим? Ну, сейчас вот навигатор да. Пишет, показывает 284 километра, 4 часа 40 минут ехать. С вас только лайки и комментарии. Ну что, тогда поехали. Что-нибудь напишите. Понравился вам, не понравился. А мы продолжаем наш путь. Поехали. Поехали тогда. Почему все вот с правой стороны приезжают? Toll Plaza, Дехмой. XP, что такое XP? А вот сверху грузовой нарисовано. Почему-то все справа проезжают. Да? Салам алейкум. Чампун. Чосу. Четыре самони. А? Четыре самони. Мегу-мегу. Рахмат. Все, погнали. Четыре самони. Первый шлагбаум у нас четыре самони. Это раз. Таких еще и до Шахристана будет. В общем, погнали. Спитамен проезжаем, спитамен. Спитамен. Круговое движение, спитамен. Рох и Самон, заправка так называется. Двое Модар. Таксисты что-то грузят с правой стороны. Как-то так. Кабуль металлхой. Прям металлов. В общем, едем. Да, сейчас вот мы, как говорится, вот тут вот базар есть. Когом базар называется, это арбуз базар. Арбуз базар. Вот этот с правой стороны Когом базар. Вон все фуры стоят, тут и стоянку сделали, по-моему. Дыня базар, арбуз базар. Дыня базар, Когом базар, как-то так. Называется вот это место с правой стороны. Хаватак, хаватак куда? Хаватак проехали. Так, до Душанбе 261 километр. Зафарабад направо 46 километров. Поедем в Зафарабад? Да, когда-нибудь поедем. Вон туда Зафарабад будет. Зафарабад. Обгон запрещен, нету? Нету. С левой стороны тоже Дыня базар, арбуз базар.
Как-то так. Деваштич. Деваштич. Стараушан. Стараушан, подъезжаем. Стараушан. Шлагбаум подъезжаем. Толплаза Староушан. Вот. Первые четыре самоны Биля. Биля. А второй сколько будет? Сейчас посмотрим, сколько скажет. Он что-то проехал. Он транспондер, что ли? Может. Карта читать, пожалуйста, карта. Карта ставь этот. Карту ставь. А у где нет? Чамбисит? На следующий? А, хорошо, мы не туда заехали, короче. Почему? Тут что написано было сверху? Эксп. Что это эксп? Эксп. Экспресс. А, это транспондер, что ли? Mm. А? Транспондер, да. Понятно. Значит, транспондером 50% скидка будет. Поэтому экспресс. Второй шлагбаум 10 самоней. Первые 4 года, второй 10. Еще впереди будет. Круговое движение. Староушана. Прямо в центре Староушан поедешь. А тебе налево надо, братишка. Ступи. Роял, роял. В общем, погнали теперь до самого Душанбе. Теперь сейчас постараюсь поснимать там очень красивую гора будет сейчас впереди. Сой будет. Сой это что? Водопад мы на воде. В общем, сой будет сейчас. Сой. Как ты сказал, Ахмед? Калачай Бакаул. Круговое движение. Заберем, да? Ну, куда заберем? Есть же место? Нет. Я выйду, он сядет. Сзади Келин. Сзади Келин. Сали Шерм. Сзади Алишер Усманов едет. Да? Алишер Моргенштерн едет сзади. Сейчас посниму. Алишер Усманов? Ну, Алишер Усманов спит. В общем, как-то так. Набойщик подсказывает, проезжай, проезжай, братишка. Почему-то как? Он левый включил поворот. Ну, вот именно вот в трассе Душанбе-Худжанд все водители. Левый вот, езжает. Допустим, в России там правый поворотник, когда включает, можно в обгон идти, правильно? Да. Задняя легковая машина. Если левый включает, то нельзя обгонять. А тут наоборот. Тут если правый включает, ты идешь в обгон. А если... А, не, левый включает, я наоборот говорю. Это по-таджикски, да? Да, это вот... Вот местные. Местные дальнобойщики. Правила. Они так. Левый, когда включает, ты можешь идти в обгон. Когда вправый включает, уже нельзя. А в России наоборот. Правый включает, идешь в обгон, левый включает.
включает, значит обгонять нельзя, значит едет встречный. Это только на, вот на этом трассе, да, только? Да, это только здесь. Самон Ойл. Заправка Самон Ойл ближе. Нохей Шахристан хуш омадет. Добро пожаловать в Шахристан, да, типа? Типа так. Это у нас третий шлагбаум. Смотри, куда тебе надо. Ну вот сюда надо. Экспресс, это с транспондером оказывается. Шахристан. 35 самони. 35 самони. Третий шлагбаум, 35 самони. Четыре, десять, тридцать пять, да? Первый четыре, второй четыре. Четыре, десять, тридцать пять. Тридцать пять. Вот это и есть Шахристан. Айна 36, Панджакин 116, Душамбе 168. Вот отсюда начинается, да, подъем на перевал? Да, мы наверх. Вот. Смелля. Мы подниматься начали наверх. Вот так вот. Высота кто? Сколько высота вот этот первый перевал? Вот Айнинский, потом Варзобский. Я... Википедию надо читать. Я знал, но сейчас я забыл. Сейчас забыл. Кто знает, напишите в комментариях, сколько метров высоты первый и второй. Айнинский и Варзобский, да, потом? Аккуратненько. Корова. Скоты. Первый туннель. Шахристанский. Вот там фотографируется. Ничего. Салонный фильтр. Все ровно, все четко. Бывает, здесь кто-то ломается, да? Он уже впереди стоит на аварийке. В тоннеле. На аварийке стоит. Фура, по-моему.
фура, Керчихаман на себе берешь как? С левой стороны будешь проезжать, когда фура. А бедом? Да. Сразу же. Она водопад. Вон вода течет с горы. Холодная, да, вот эта вода. И чистая. Минус 50. Там. Можно, да, пить? Конечно, можно. Видишь, как блестит. Вон туда нам надо. Вон туда. Вот это и есть перевал. Самара Боровская написали. Где? Вон там на стене. Самара чего? Боровская. Боровский сейчас место работы начал. Кто здесь был, все пишут, да, короче. Кто тут собираемся? Кто-то сломался? Вот спринтер 906 слева. Ага. Сломался? Перегрелся или что-то? Что-то воздух сняли. На повороте. Опасновато. Вот. Но другого выхода нет. Или чуть-чуть назад надо опускать, да? Чтобы на повороте не стоял. А в ночь вот фура едет, фура с открытым капотом. Потому что греется, греется на подъем. А мы продолжаем свой путь. Сто сорок восьмой километр. 148 это из Худжанда? Из Худжанда, по-моему, нет. Вот тут базар есть. На базаре курут, мурут, кок, кок, все есть, короче. Кок это урюк. Урюк. Курага. Курага, урюк. Как-то так. Вот это красота, да, Ахмед? А говори что-нибудь, и вот молча красота, едешь. Красота. Расскажи нашим зрителям, нашим подписчикам. Они что-то спрашивают у тебя. Ну, я так чувствую, да? Что могли бы спросить? Что могли бы спросить? Они могут спросить, вот сверху камень не будет падать? Будет падать. Будет вот падать, знак, да. Стоит, проехали. Это когда особо дождливый бывает, вот 124 регион, 134-й. С российскими номерами машинки приезжают. Да, когда во время дождливой, да, вот эти погоды, сверху камни бывают. Во время дождя? Да, да. А зимой? Вот 550 регион, Додж Караван. Салам алейкум, брат. Я ни разу не был зимой в этом перевале. Не был? На этом перевале. Я на фуре катался тут. На Дафи. В 2018 году. Я последний раз на Солярисе приезжал. На Хюндай Солярисе в 2017 году. Угу. Вот в Душанбе 17-м. Я ехал. Из Худжанда в Душанбе ехал. Я вот этот паровозик купил же. ДАФ. Первый раз я загрузился с этого. Как это?
генератор же построили туда, как это? Рогун? А, с Рогуна загрузили в Питер груз, оборудование. С Рогуна в Санкт-Петербург. О, перед Новым годом приехали же на Ижорку. Сначала отсюда через Киргизию в Питер поехали. Да, помню. С Питера порожником потом приехали в Москву. На Клязьминскую. Вот такой же был дафиг у меня. Он сверху едет, слева возьмет, слева, налево, налево, да, да. Вот так они обычно тут. Правила фуру, такие, да? На фуру легковые вот так вот уступают, да. Фура с правой стороны по встречной, а ты сразу берешь лево. Да, как-то так. Канал вот Бохтар. Где? Что YouTube написано? Нет. Ол Ади, что там написано? Красный гера написано, вот. Айни. Приближаемся Айни. Вот это красота. Я смотрю. Вниз нету. Никого нету. Пассажира чикарекен, да? Да. Должен пассажир, говорят, да? Вот пассажир. Есть фура или нет? Да. Потом будешь ориентироваться. Пушкят! Пушкят. Мы, который... Хова же есть, который местный Дулан называют. Вот через Пушкят в Панчкент ехали. Там разбитые дороги. Вот отсюда вот направо уходишь вот-вот, ага. И прямо до Панчкента поедешь. Объездная дорога есть. Плохая там, дорога, справа, да, справа? Да, да, там асфальта нету. Но и никого нету там. Живого существа. 138 километр. 138? Шикар. Ты заравшон. Ты реально заравшон или что? Тихо. Вот тут люди живут, да? Здесь. Да, тут центр уже. Школа. Мы сейчас приближаемся к этому. Айди. Это Хушкат. А, следующий. Теперь подъем, да? Вот теперь опять же подъем. Душанбе 136. Панджакен направо. Круговое движение. Да, да. Не обманываю. Говорит, ты что обманываешь, да, типа? Почему, пост убрали, что ли, тут? Почему никого нет? Да, убрали, да, да. Вот на велике, велосипедиста, на велике. Салам алейкум всем. Хорошо? Да. Салам алейкум! Русский не знаю. Что надо было спросить? Where you from? Where you from? Что это? Я вот сам не знаю. Что это? Where you from? Они бы ответили I from там France, Мранце, да? Лондон или Италия. Например, я отвечу. Если у меня чуть-чуть по-русски знаю говорить, чуть-чуть. Если, ну, часто бывает, вот работаю, да, в такси в Москве. Попадается иностранцы и задают вопрос, where are you from? Where are you from? Я отвечаю, I from Таджикистан. Ай, ты какой молодец, ай, ты какой молодец. Потом отвечаю, I speak English 50-50. 50-50? Да. Ну, 50 на 50 говорю на английском, типа. $50? До Шереметьево. $50? Или до Внуково? $50? $100.
50 долларов, это очень много же, да? 50 долларов, это 5 тысяч, да, где-то? 5 тысяч рублей? Больше. Примерно, да? Поехали, поехали, поехали. Пешвой мо, ифтихори мо. Населённый пункт. Фарханг, Касри Фарханг с левой стороны. Вот, это центр Айни, что ли? Да, по-моему, нет? Чё там говоришь, Алишер? Вот, Т-109-196 регион. Мегафон, Таджикистан. Чего? Че говорит? Дё-дё, говорит. Папа. Играет, да? Да. Весело. 96-й регион. Зафира. 196. А что так много? Вот 196, 86, 186. В основном вот эти регионы. В Душанбе ехали. Вот. Милиция, БДА. А, вот здесь ГАИ. На учет ставят, да, тут машину? Тут ГАИ. Айнинский ГАИ, БДА написано. В общем, мы покинули, да, по-моему, уже? Да. Айни. Курут. Курут. Зиндаком. Движение после Айни. Айни мы уже выехали. Такси, газуй. Ораш. Ораш. Милиционер стоит. Заравшон. Одни двоечки. 22-22. Вот, а теперь мы опять подниматься будем наверх. Вот так вот. Ну, поехали. Сколько процентов? 1%. Семь? Или 7. Какой это 7? 1%. 7% высоты сейчас поднимаемся. О, вообще красота. Вот это красота. Природа, да, природа. Ну, вон, видишь, поворот не включает. Правый, левый поворот не включает. Когда спереди нет машины. Обычно они должны включать правый. Ну, тут такие. Мустанг от Петта Девилет. Алмазы, да. Асфальт новый, асфальт, короче, ремонт,
дорогу делаю. Это да. Я? Что случилось? Что же ты? А зачем пиво сломал? А зачем пиво сломал? Ты какой воровской жизни живешь-то? Зачем пиво сломал? Ты видел меня, я пью? Глаз закрой! Я же не к вам говорю. Я еще тебе говорю. Зачем ты пиво сломал? Здесь нельзя разговаривать. Ты можешь подождать? Мне сказал бы. Машинки едут, малюсенькие. Если вот эта камера не было, я тебя взял бы вот сюда в карман бы положил. Давно. А я тебе не говорю. А я вас не говорю, ничего про вас, я про вас ничего не говорю. Отвечаю прямо на камеру. Если я тебя не уважал бы, я тебе вот сейчас взял бы, вот сюда положил бы, я так сказал. Я и сделал. Чего вы сделали? Я иду Ашена Шамбумару. Анна 175, Анна Харитон 761. Салам алейкум, брат. А потом на пальцах отжимается. Показывает. На двух, да? На двух. Вот так умеешь, 50 раз умеешь. Один раз вот так делай, и все. Ты рука хочешь вот так. 100 раз я вот так делаю. А ты можешь? Ты не можешь. А у меня 46 лет. Респект вам. За меня вот так не делай. Вот ты ничем вот. Вот у этого грузовика, наверное. У Чакмана. Шекман. Всякий поворот. Поворот. Очень крутой поворот вот этот. И помчались. Разгоняется. Никак. Хван. Нормально. Чё тормозишь? Такси. На повороте. Шамбе. 4.32. О? Че, автобус пускает, что ли? А? Может. Смотри, автобус туристический. Вообще не пускают. Интересно, у него радиатор есть? Радиатор? Какой радиатор? Что там греться будет? Не знаю еще. Они же спереди все закрыты. Вот Солярис. Тут тоже очень. Сейчас обгоню. Это электробус.
автобус. Не думаю. Есть шестерки. Вот больше на не нажимай. Он. Кенце кенце, ну окей, так, да. Кенце кенце. Ну, спереди водопад. Мазда, Тойота. Аккуратненько. А тут тоже наверху ничего нету, абсолютно чисто. Солярис есть, Солярис, Яндекс такси. Камри на российских номерах, что ли? Да. Нет, 01. Российский вариант, короче. Вот это подъем. Вот электричка не сможет догнать. Сейчас заряд закончится и встанем где-нибудь справа. Накби стекло. Вообще темно. Вот и мы выезжаем с тоннеля. Теперь спуск только. Газовозчик. Самосвальчик. Оста. Оста, это потихонечку, потихонечку, братишка. Самосвальчики. Самосвальчики. Мандаринчики. Мода Харитон 397 Татьяна 790. Узбекский. Мода. Узбекский. Халил Талиб. Халил. 397, Талиб Валишер, 790. Салам алейкум, скажешь. Это четвертый платка. Шлагбаум. Хушара, Толплаза. Рохи Сафет. Четвертая платка, 29 самони. 29 самони. Третий 30 был, это 29. Следующий, значит, десятка будет. Уже приближаемся к столице. Еще один или два будет, да? Вакс. Вакс.
Ну вот и наконец-то до Варзоба доехали. Микрофончики работают. Мехмонхона. Работает, да? Да, работает. Чего? Мне завтра солнце, да? Ширин Шах, Шах Тимур. Варзон. Сколько километров остался? 25. Сколько? 25. Это до конца, до центра, да? Угу. До кругового. До полуса. 16 километров остался. Варзон. Вот здесь написано. Все, Варзон покинули. Картечгут. 49-й регион. Где? Впереди? Это же Чухлама. Ульяна 140. Елена Татьяна 44-й регион. Чухлама. Opel. Opel Astra, да? Универсал. Руснефть заправка. Душанбе заехали. Дахана. Вот Дахана. Даханат. Айда. И, наконец-то, последняя платка, если не ошибаюсь. Это пятый. Ну, в принципе, мы уже в город заезжаем. Ну, не заехали, заезжаем. Рахман. Пятая платка. Сколько рублей? Пять? Нет, три. Четыре. Четыре, пять самуны. Последний. Пять шлагбаумов, короче. Первые четыре был. Четыре самуны, потом 10, потом 30, потом 29. А до этого сколько было там? 29. 29. И вот этот. Пять. Пять самуны. Все. Платка закончилась. Дай микрофон Алишеру. Говори. Говори. Алишер, говори что-нибудь. Вот микрофон даешь, а он в рот засовывает. Дай сюда. Это тебе не конфет. Давай. Валентин 547, Анна Татьяна 177, BMW универсал. Тройка, да, вот этот вот спереди? Троечка? Душанбе прямо. Харангон. Харангон налево. Круговое движение. Нам прямо. БДА.
гаишники стоят. Бля. Ну, вот так вот. Келдом уже? Да, келдок уже. Приехали? 80 километров в час и снизу стоит камера. Навигатор пишет 60. У меня сейчас 80 будет. Э? Э? Ну там же знак есть. Вот камера. 80. Камера фиксация, не нарушайте. Все фиксируется. Написано 60 надо ехать. Полностью фиксируется в Душанбе. Везде камера, радар. Не нарушайте. А почему там 80 стоит тогда? Что-то не зарегистрировано, что ли, этот знак? А? Надо настроить. Вот здесь Тулуз. О? Круговое движение. Все говорят, в Тулуз подъезжает. Тулуз. Первый съезд. Первый съезд, направо. Да? А, нет. А, он туда надо было, да? Маршрут перестроен. Джилит мы показывает. Развернитесь. Сейчас подъедем, посмотрим, да, на обстановку. В общем, мы куда, где должны остановиться, пока мы не знаем. Мы сейчас прямо в город едем. Где будем останавливаться, сами не знаем пока. Да, Туре? Город Душанбе, проспект Рудаки, направо. О, электробус, троллейбус. Через 1 километр 500 метров поверните направо, а затем поверните направо. Хорошо, хорошо. Солярис. Такси в основном, да, электричка вот этот впереди едет, который. Угу. Типа такие и большинство Солярис, правильно? Вот Хендайчик. Он без комиссии, да, у него сейчас пассажир будет? Почему без комиссии? А? А? С улицы? Да, с улицы. Без заказа остановился. Почему ты все зеленые вот? Потому что электромобили вот эти. Поэтому зеленый. Когда машина бензиновая, да, вот. Экологически чистый транспорт означает вот этот зеленый. Зеленый? Да. Может и да. Автобус. Дипломат. Амонатбонг. Огромная-огромная справа стороны. Милиционер, ГИБДД, ДТС, инспектор. Местечко ищет. Смотри, вот на светофоре направо надо. Наше место назначения. А вот это Хукумати Джумхури Таджикистан, а с левой стороны. И направо. Смотри, тут камеры все фиксируют, все работают.
тут пробка, что ли? А, нет, светофор. Так, куда ты повернул? Проспект Исмаиля Сомони. Вот этот проспект Исмаиля Сомони. Интересно, они на каком агрегаторе работают? Почему Яндекс бренда не вижу? Яндекс бренда. Или что? Или вот Яндекс здесь 3333 есть, вот. Да, направо надо. Проехали. Да ничего, встань вот здесь вот, вот тут, направо. Проспект Хафи Аль-Мабуд. Тебе на разворот надо. А, под мостом, да, тут разворот. Запрещен знак стоит. Бьют, что это бьют? Вот туда, да. В этом полосе, по-моему, автобус ездит, такси. Вон, видишь, они останавливаются. А, я занимаюсь. Торговый центр Баракат. Маркези Саудо. Спитамен Бонг. Город Душанбе, тоже как Москва, да, все чисто. Угу. Лишняя бумажка нету, на дорогах не валяется. Все чисто, все убирают. Беморхана гайда дейотту. Так, вот этот вот здание Ашан Сити. Сейчас зайдем, посмотрим. Ну-ка, что там мы найдем. В Ашан Сити. Где вход? Вход где вход? Ашан Сити. Вот Ашан Сити. Ахман. Алишер. В Ашан Сити заходишь, да? Алишер. Ашан Сити, добро пожаловать, Алишер. А? Ну вот,
конце концов мы доехали в Ашан-Сити, были, куда мы хотели. В гостях вот нас приняли. Огромное спасибо. Сидим. Сидим вот, отдыхаем, кушаем. В общем, все хорошо. Жмите лайки. Мы в Душанбе. Душанбе. Город Душанбе. Да. Вот так вот нас приняли. Все хорошо. Ахматуна. Вообще аппетита нету. Почему-то у тебя, а? Аскорбинка есть? Аппетита нету. Это первый, второй, это третий лаганча уже. Аскорбинка надо. Что-то у меня аппетит нет. Я вообще только сижу, тебя снимаю. А ты только, да? Давай вперед. А что-то тошнит у меня. В Ахмете, короче, нет аппетита. Третий лагерь уже пустует. Ахмед. Плов. Будете плов? Будет здорово, да ишь хлоп. Вот шурба. Ага. Еще там казан кебаб. Ага. Вот плов. Я надеюсь, это последний, нет? Или еще что-нибудь оказать? Может. Еще что-нибудь будет сейчас. Да? После плова, да? Десерт? Самса или шашлык. Торт. О, вот такие дела, короче. Сейчас вот плов, самаркандский плов. В общем, сам лично приготовила. Сама. Все хорошо. У Ахмета что-то аппетита нет, это четвертое лаганча. Шурпа был там, казан-кебаб был, ховардом. Мезим для желудка. Не заменим, говорит, да. В общем, мы довольны, то, что нас так приняли. Шуна кабыл кыганларге коттагон рахмат. Плов будешь, плов? Сау бейли. Алишеру дай тоже что-нибудь. Плов будешь, плов? Плов будешь? Алишер. Ашисан? А? И. Алишер в Душанбе. Первый раз в жизни, как он родился. Смеется. Да? Да. Наконец-то мы сейчас гулять вышли на улицу в городе Душанбе. Сколько градусов сейчас на улице? 40. 40-41 градусов. Жарко, конкретно жарко. Вот троллейбус, как электробус. Это вообще-то электробус, по-моему, да? Почему сверху нет провода высоковольтный, который? Где подземка? Сплошной. А мы, как законопослушные, идем на подземный переход. Ахмед нарушает, короче. Ахмед нарушает. Мы на подземку. Что надо? Здесь все продают, чехлы.
зарядники и так далее. Опа! Через подземку вышли. Ахмед Назон там ждет. Баракат. Вот такие высотки построили в городе Душанбе. Как говорят жители, город намного сильно изменился. Все новое. Автобусы новые. Как-то так. По городу двухэтажные автобусы ездят. Это Душанбе. Даже в Москве нету, да, такого? Городской? Да, городской, смотри, двухэтажный автобус. Двухэтажный автобус. Смотрите, Душанбе. По городу. Вообще красота. Так, время сколько, Ахмед? Время 16:52. Мы выезжаем обратно из Душанбе домой. Погуляли, отдохнули, вкусно, сытно накормили. Красиво приняли, красиво отправили обратно. Едем домой. Гаишник стоит, гаишник. БМВ. Да. Пятерка, да? Да, полики. В общем, как-то так. Все хорошо, все красиво. Возвращаемся домой. Из Душанбе в сторону Худжанд. Как-то так. Я барахматура. Вот посидели, поели, погуляли. Душанбе тоже не хуже, чем Москва, да? Да. Двухэтажные автобусы, везде чисто. Везде такси. Такси очень много, чем обычные машины. Электромобилей очень много. Да. Электромобили. Сейчас, ну, по дороге Газпром есть, будет, да? Газпром. Да, вот где ТАУС. Там надо до полного заправиться. До полного? До полного. Сейчас заправимся и едем. И хватит дальше нам. В общем, наш путь сколько составляет? 5 часов 7 минут. 310 километров. 5 часов 7 минут. 5 часов 7 минут. Как-то так, ребята. Дорогие наши подписчики, с вас только лайк. Что-нибудь напишите потом. Только не ругайтесь, пожалуйста. Кому понравится, поставит лайк. Кому не нравится, дизлайк поставит. Какая разница? Да. Как-то так. Вот здесь что? Вот здесь улица какая? Проспект Рудаки. Вроде мы сегодня 100 раз проезжали тут по проспекту Рудаки. Мама звонит. Проспект Рудаки. Кутарыса джимбаладу сразу. А ну сюда идёшь, калон. В общем, мы возвращаемся, дорогие друзья. Вот такие
наши горы Душамбинские. Шафтимчгон, Шафтимчгон. Шафтимчгон. Шафтимчгон, Шафтимчгон. В общем, как-то так. Варзоп, варзоп. Варзоп. Тарозу. Ну, то и, да? Кортро райгон, англоязы. Прадик, прадик, 797. Вон белый прадик, как мы тоже не знаем, первый раз на экспресс поехал, обратно возвращается. Мы тоже не знали, вон назад дом. А теперь сейчас с правой стороны будет проезжать. Мы теперь будем знать. Мы теперь будем знать, что экспресс что написано, если да? Если человечка там, значок человечка, да, вот, с жезлом, то это за наличный расчет. Да. Если экспресс написано, то транспондер. Вот сейчас прадик куда заехал? Экспресс. На экспресс заехал и обратно выехал. Как мы, точно так. Значит, он первый раз проезжает. А, он через этот... Через... Хэндикент, что ли? Нет, через этот... Сарио-Сьо. Таможня Сарио-Сьо он проезжал. Оттуда едет, что ли? Да. 48 километр. Сарио-Сьо. Через Сарио-Сьо. Как-то так, друзья. Едем. Ставим лайки. Горы Таджикистана. Варика. Варика. Видим? То? Варика. Ах, какая кукла на тебе. Вот это природа. Чунтада плывем, ах, тану трандал. Черный кот. Поехал, да, на обгон, короче. Да, не сдержался. Астроджи поехал. Лакта что говоришь? Лактаджи. А, Лактаджи поехал. Астроджи. Дунай. Что они тут делают? Не знаю, почему задний ход он спускается, вот этот спринтер. Четыре спринтера стоят, кто-то задом спускается. Странно, да? Да. Разворачивайся. Нет. Или ты... кто-то упал туда? Нет, никто не упал. Как упал? Непонятно, что творят. Левее бери, брат. 42-20. Да, почему вот задом едет? Ну, в общем, непонятная ситуация была. Как-то так. Вот это я понимаю. Смотрите, друзья. А вот они вот до сюда доехали, вот они. Кто? Вот. А, вот, 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 же, велосипедисты, которые... Когда въехали мы в Душанбе, в сторону, да, Душанбе, да, 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 их, да, же где-то мы видели. Вон там внизу. Вот они вот почти до Душанбе доезжают. На велике? Да, на велике. Надо было остановиться и взять интервью. Че, куда, почем? Откуда они? Они в подъем сейчас. Не могут остановиться. Им интересно было вот эти перевалы, горы, да? Именно на велике ехать. Может, они из Худжанды едут? Конечно, из Худжанды едут. Вот водопад надо тебе. Где водопад? Фары надо помыть. Сзади. Вот это красота, вот это красота.
едем обратно. Да, перевал. О, там очень красиво. Анзопский, Варзопский перевал. Как будто я глухой стал, короче. Не слышу, а ты? Солен, если проглотать. И откроются барабанные перепонки. Да, открыт его. Вот 790. Черри Тигго 7. Где? Черри белый, желтый приехал. Наверх? О, паровозик поднимается. Больше никто не поднимается. Смотри вниз. Нет. Не. Вот, говорит, обгоняй, говорит спринтер. Не газуй, не газуй, не газуй, не газуй, не газуй, не газуй, не газуй. Это очень крутой поворот. Конкретно крутой. Успеешь повернуть? Успею. Вода закипела, короче, смотри, ласит. Сой справа. Когда ехали, слева была, а теперь справа. Сой. Сой? Москва река? Река. Москва канал. Без сои. Колбаса без сои. Вот фуру все погнали. Тепловой все отпустили. А, дождь был, оказывается, здесь, а? Поэтому грязь брызгает. Микрофон работает? Работает, работает. Сейчас шумоподавление включим. Вот это вообще... Смотрите, как вода течет тут. Очень красиво, да? Очень Эта вода красиво. Совсем холодная, да? Вода совсем холодная, да? Вода вообще... Вон, спустись, посмотри. Плюс 5, да, наверное? Да. Или 0? Это же снег. Из горы прям. Будем фоткаться. Да. Ох, уры. Говори, Ахмед. Что сказать? Как что сказать? Время 7:30. 7:30? Сколько еще в пути? Ехать, сейчас скажу, сколько еще. Еще 194 километра. 3,5 часа еще ехать.
Все, продолжаем наш отдых. Да? Едем дальше. Все, погнали? Погнали. Вот тебе маски. Даже подсветки номера горят. Маски Вич комбо. Комбо называется, да? Комби. Комби или комбо? Комбо это в Бургер Кинге и вкусные точки там бывает комбо. Худжан прямо, Панжукин налево. Вот здесь 24 часа раньше гаишники стояли. Сейчас почему-то их нет. Сейчас вообще нету. Он что-то бурлар кормили. Я другим ланта редко. Не знаю, на самом деле не то. Понедельник вроде бы, да? Айни. Фуру едет. Иди. А крама какие-то утро? А крам брат. Заехали на какой рынок? Арбузный рынок? Арбуз дыни. Арбузы дыни. Ховумбозор называется, короче. Вот тут вот. Вот эти дыни, короче, мы купили по 10, по 12. Реально они... Самани. В городе они за 20, за 30. Вот здесь вот по 10, по 12. Арбузы купили тоже по 10 самани. В общем, рекомендую. Заезжайте, не зря заезжайте. А мы поехали дальше. В общем, мы выезжаем с рынка и едем дальше. Заезжайте на этот рынок. Арбузы такие, ну, средние, не совсем такие огромные, да, вот. Такие средние, которые нормальные, которые хочется брать, по 10 самони вы возьмете. И дыни тоже. Дыни подешевле мы взяли, да? Где-то по 14, по 13 самони, такие большие. Да. Сейчас багажники они все, я покажу вам еще. В общем, вот столько арбуза, дыни набрали. Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь дын и шесть штук арбузов. В районе по 12, по 10, вот так вот. Ну вот, размер. За дыню 100 самани отдали, да? Да. За 7 штук или за сколько? За 7 штук. За 7 штук. Примерно они вот такие вот. Арбузы. Арбуз 60 самани. Да, 60 самани. За сколько штук? За 6 штук тут. За 6 штук. Ну, в общем, так. Вот так вот, ребят. Вот, ну, в общем. Мы почти доехали. Да. Мы сейчас в городе Худжанге уже. 10 минут дома. Яхнет? Да. Все, помчались. Bir ketiden mihrandım.
Buni bilgan o'z nafsiga xor bo'lmas. Og'a ini agar bir tan bir jondir, boshqalarning qaramiga zor bo'lmas. Odam dunyo bekatida mehmondir. Buni bilgan o'z nafsiga xor bo'lmas. Og'a ini agar bir tan bir jondir, boshqalarning qaramiga zor bo'lmas. Mehr degan ko'ngildagi daryodur. Usiz olam qup-quruq cho'l sahrodur. Yaxshi aka ota o'tkach otadur. Oqibat bor xonadon hech tor bo'lmas. Yaxshi aka ota o'tkach otadur. Oqibat bor xonadon hech tor bo'lmas. Chiqar xushomad go'y ulfatdan, ehtiyot bo'l boringa do'st nomarddan. G'anim chiqar xushomad go'y ulfatdan, ehtiyot bo'l boringa do'st nomarddan. Jigaringdan o'zga senga kor olmas. Oqibat bor xonadon hech tor bo'lmas. Jigaringdan o'zga senga kor kelmas. Oqibat bor xonadon hech tor bo'lmas. Ol qing'ir eshikka yordam bersang birgil aqli chiqqa. Tilla zanjir ol qing'ir eshikka yordam bersang birgil aqli chiqqa. O'nta urkach o'rnatsang ham o'tikka, u baribir tuya bo'lmas, nor bo'lmas. O'nta urkach o'rnatsang ham o'tikka, u baribir tuya bo'lmas, nor bo'lmas. Ayoq yoqib hoy havas deb choparsan, yaqinlarmas yotga quchoq ochirsan. Ayoq yoqib hoy havas deb choparsan, yaqinlarmas yotga quchoq ochirsan. Gar yo'qotsang yor ham do'st ham toparsan, lek yo'qotsang ining qayta bor bo'lmas. Gar yo'qotsang yor ham mol ham toparsan, lek yo'qotsang singling qayta bor bo'lmas. Lek yo'qotsang otang qayta bor bo'lmas. Lek yo'qotsang onang qayta bor bo'lmas.